всем привет! Сегодня получаем партию тракторов 82.1 с мостом балочного типа. Stage 2, Евро 2, как это по-другому называют. Сейчас будем спускать, смотреть, какие изменения. Поставим на тест обычный старый трактор. Сравним кабины, внутреннее расположение приборов, обшивки. Вот они пришли в красном цвете, в металлическом обвесе. Немножко попозже я сниму для вас сравнение. Внешне все то же самое, на первый взгляд, только красный. Выпущены с конвейера 13 мая, абсолютно новые. Внешне вот смотрите, еще раз повторюсь, на первый взгляд очень сильно похож на своего предшественника, трактор, который был в синем цвете. Увеличенные колеса, мост балочного типа, такой вот зверюга. Все, ребят, ждем обзор. До новых встреч.